тебя и выдала. Видно, не первый раз летать. Я сразу сказала, что я ведьма. Всегда думают, какая профессия должна быть у современного мужчины, чтобы приравнять вот к статусу кузнеца. Так что ищите кузнеца, потому что... Ух, горит хорошо. Какое четкое сохранение видовых точек для того, чтобы деревья не перекрывали такие панорамы. Деревья регулярно коронируют. Как красивы ивы зимой. Первые кусты в Таллине найдены именно в этом скверике, садике, парке. И едят по очереди. Ой, дотягивается. Сиренька. Маленькая такая сиренька. Наташа, подойди к сирене, а то у меня масштабирующего объекта нет. Получается, интересно, стриженная. То есть фактически никак не стриженная. Они ее прищипывали в свое время. Вместо стандартного цветочного оформления здесь идут спиреи. По краю лапчатка. И самые большие массивы это венгерская сирень стриженная. А тут конкретно кизильник. Букетная посадка липы. В молодом возрасте создает очень плотную структуру, а в более возрастном прямые стволы расходятся от центра, образуя большое мощное тяжелое пятно. Но при этом всегда, всегда рядом есть большой газон. Большинство скверов и парков и любого озеленения в городе Таллине лишены кустов. Они очень редкие, отдельные группы, как обозначение или обрамление лестниц, ступеней переходов. Больше кустов нет, вот единственные скверики, какие находим, они настолько редкие, где есть кусты, что можно считать, что в озеленении Таллина кустов нет. Вот опять же маленькая ремарка того же сквера, но уже с высоты. То, что не видно будет летом, структура, организация, места посадок, то, что видно на плане, но никогда не обращается людьми, как и что перекрывается. Для того, чтобы панорама города отсюда, с этой башни, не сильно перекрывалась, все деревья кронированы, высота работ огромная, но все подстрижено. Несколько лет назад массово. Давай такая. Помаши тетя ручкой. Я еще немножко помучаю вас Сталином.